установка универсального антискола стрелки. На примере автомобиля Toyota Fortuner второго поколения рестайлинг с 2020 года выпуска. Разработан специально для предотвращения образования сколов и микротрещин лакокрасочного покрытия на стыке ветрового стекла и крыши автомобиля. Для данной модели автомобиля антискол устанавливается длинной стороной к ветровому стеклу, как показано на видео. Перед установкой обязательно протрите поверхность спиртовой салфеткой. Салфетки предоставляются в комплекте. Также вам потребуется пластмассовая лопатка, либо что-то подобное, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Руководствуясь нашей видеоинструкцией, определите начальную точку установки. Отклейте не более 1 см защитной пленки. Зафиксируйте антискол продолжительным нажатием. Далее, не отклеивая защитную пленку, плотно приложите антискол на расстоянии 5-10 см. Удалите защитную пленку, не отрывая зафиксированный участок антискола. Затем с умеренным усилием приклейте сперва угловую часть антискола. Далее медленно разглаживайте боковые части антискола, тем самым удаляя остаточный воздух между поверхностями. Поскольку антискол имеет клеящуюся основу, наклеивать рекомендуется при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 15 градусов. Лишнее отрежьте ножницами. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайты товар находятся под видео.